Всем привет! В эфире информационная программа «Ваше шоу плюс» на телеканале «Европа плюс ТВ Беларусь». С вами Василиса Воробец. Впервые «Канги» с сольным концертом в Минске. Prime Hall 2 декабря 19:00. Дополнительный концерт Анны Асти 6 декабря в Минск-арене. Начало дополнительного концерта в 20:00. Многие интересовались про концерт Сивака Ханагяна в Минске. Сообщаем, что концерт состоится в декабре 5 числа в концертном зале Минск. 8 ноября в Международный день пианиста фортепианное трио Белсона выступит в Минске на сцене Большого зала Дворца Республики в сопровождении заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь. Белсона – российский коллектив, единственное фортепианное трио в мире, выступающее в прогрессивном жанре классического кроссовера. В рамках тура «Вселенная Белсона» состоится премьера нового альбома коллектива «Universe». Вы услышите всемирно известные шедевры классической и современной музыки в уникальной обработке Белсона, а также авторские композиции. 8 ноября, Большой зал, Дворец Республики, 19:00. На главной площадке страны Минск-арена Максим Фадеев порадует своим талантом и ярким выступлением белорусских поклонников. 4 ноября, Минск-арена, 19:00. Известная группа «Хамали и Наваи» выступит с большим концертом в Минске. «Хамали и Наваи» – это не просто рэп-лирика в сочетании с танцевальными ритмами, а настоящее открытие в мире музыки. 4 ноября, Дворец спорта, 19:00. Ди Дюля представит новую программу «Уникальное инструментальное шоу» 11 ноября в Гомеле и 12 ноября в Минске. Фогель с презентацией нового альбома выступит в Минске 18 ноября в Prime Hall. Начало концерта в 19:00. С вами была Василиса Воробец с информацией о предстоящих концертах и фестивалях. С вами по-прежнему Василиса Воробец и прогноз погоды по Беларуси с 30 октября по 5 ноября. Причуды погоды уже давно никого не удивляют ни зимой, ни летом. Вот какими сюрпризами может удивить белорусов грядущий последний осенний месяц. Радикальных перемен по сравнению с ноябрем прошлого года от ноября текущего года жителям белорусской столицы ждать не следует. Максимальная температура воздуха днем составит плюс 11 градусов Цельсия. Не обойдется без заморозков. Днем до минус 3, а ночью до минус 5. Ожидается пасмурная погода. Из осадков дождь. Во второй половине ноября прогнозируется снег. В Минске днем в среднем плюс 6-9, ночью от 3 до 7. В течение недели пасмурно, дожди. В Гомеле днем в среднем плюс 8-11, ночью от 4 до 8. В течение недели пасмурно. В Гродно днем в среднем плюс 5-9, ночью от 3 до 7. В течение недели облачно, небольшой дождь. В Могилеве днем в среднем плюс 6-8, ночью от 3 до 6, пасмурно, небольшой дождь. В Витебске днем в среднем плюс 5-7, ночью от 2 до 6. В течение недели пасмурно, небольшой дождь. В Бресте в течение недели днем в среднем плюс 9-14, ночью от 4 до 8. Пасмурно, переменная облачность. С вами была Василиса Воробец. Хорошей погоды вам и удачной недели! С вами Василиса, и это «Свежак» на телеканале «Европа плюс ТВ Беларусь». И сегодня у меня в гостях российский и белорусский певец, победитель шоу «Фактор Бай» Иван Дятлов. Привет! Привет! И поводом нашей встречи стала премьера твоего клипа на трек «Не лги». Все так, все правильно. Начнем с первого вопроса. Какие у тебя отношения с белорусской публикой? Мне кажется, у нас взаимная любовь. Это действительно здорово вообще так получилось в моей жизни. И я себя здесь ощущаю как дома. Классно всегда принимают. И релиз песни летом, и премьера клипа сейчас не стали исключением. Очень-очень тепло все приняли. И я этому очень рад. Немного фактов. Трек «Не лги», на который сняли клип, вышел 7 июня 2023 года. Он ротировался в 208 городах Беларуси и России и прозвучал в 9 эфирах топовых медиа Беларуси. Рилсы с синглом набрали более 70 тысяч просмотров в социальных сетях, и трек занял первую строчку от Беларуси в мировом хит-параде «Радио Мир». Как мы видим, трек очень популярен. В чем же секрет? Ух, ну я не знаю, в чем секрет, но мне кажется в том, что он просто искренен, честный трек о чувствах. И, наверное, это главная причина, почему цепляет зрителя, почему его переслушивают, почему он вызывает чувства у зрителя. Все просто, от души сделано. Как ты подбирал команду для съемок клипа и какая вообще идея в клипе?
получилось так, что не я подбирал команду, а команда нашла меня. Ребята услышали трек, это мои знакомые, талантливые режиссеры, операторы. Достаточно мы быстро все подготовили, и очень классная собралась команда инициативных, что важно, людей, которые постоянно что-то брейнштормили, предлагали, и отсюда родился клип. В клипе нарисованы очень красивые мини-истории, и я знаю, что все съемки проходили в нашей столице. Почему Минск? Тут, наверное, тоже все просто. Во-первых, вся команда у нас белорусская, это полностью белорусское производство. Цветокор у нас российский, это прекрасный российский колорист нам помог в этом. В Минске, на самом деле, было очень удобно снимать, в том плане, что он не такой большой, допустим, по размерам, как Москва, и мы успели снять весь клип за сутки, только потому, что здесь как раз расстояние позволяет это сделать. Все очень компактно, в Минске можно найти буквально все, что нужно для клипа, ну и нужные люди, талантливые люди тоже здесь. В клипе было очень много локаций, и на каждой локации новый образ. Кто этим занимался? Занимались этим мы. У нас не все было, сами, да, да, у нас не было такого большого продакшена, чтобы там профинансировать и подготовить клип. Но поэтому... смотрелось как самый лучший клип в мире. Спасибо большое, честно. Спасибо. Но надо задуматься над тем, чтобы дальше продолжать выпускать клип. На самом деле это самый первый клип в моей жизни. Было очень здорово впервые все вот это делать, проходить этот путь подготовки продакшена клипа самому и участвовать в монтаже, и участвовать в покраске, и в съемках, смотреть, что получается в кадре, и, конечно же, подбирать одежду под образы, то, что ты спросила, потому что у нас очень много, как ты сказала, сцен, и мы заранее подбирали всю одежду, чтобы это смотрелось разнообразно и смотрелось цельной большой картинкой. И, в принципе, в клипе преобладает одежда белорусского производителя. И, кстати, самым сложным, наверное, из одежды была пижама. Я вот рассказываю, что мы ее выбрали, нашли буквально накануне съемок. Не было мужской пижамы в Минске, мы объездили все магазины, и уже при закрытии вот одного из магазинов мы, наконец, нашли нужную. Это было буквально вот там 2 минуты осталось за закрытие магазина, а на следующий день уже были съемки. С какими трудностями вы столкнулись на съемках? Наверное, то, что приходилось быть многофункциональными. Ну, а если говорить конкретно про какие-то технические моменты, наверное, было сложно снимать некоторые сцены. Сцена в ванной была одной из самых сложных, пожалуй. Главная героиня проходила тестирование на полиграфе. Это все по-настоящему? Да, это все по-настоящему. Полиграф настоящий и полиграфолог настоящий. Все было подключено. Включено все оборудование, аппаратура, датчики подключены настоящие. И полиграфолог вывел к себе на экран компьютера, включил программу. И это создало как раз вот то ощущение, ту эмоцию, которую хотели мы видеть в кадре. А хотел бы ты протестировать свою будущую избранницу на искренность чувств? Не знаю. На самом деле, мне кажется, что отношения должны строиться на доверии. И тут в клипе как бы полиграф выступает скорее как такой художественный образ, когда человек не может сам себе признаться, и ему что-то нужно, третейский судья, нужен кто-то со стороны, чтобы рассказать ему на самом деле правду о его чувствах. Поэтому тут полиграф как художественный прием, а в жизни я, конечно, бы, думаю, не стал использовать для своей партнерши, полиграф и проверять ее на что-то. Это недоверие, этого точно не будет. Это не про нас. Это не про нас. Какие новинки ты готовишь для зрителей в ближайшем будущем? Это будет песня, она выйдет совсем скоро. Бомбезная песня. Да, уже записанная песня. Правда, она получилась достаточно дерзкой, и мне очень гордо за это говорить, потому что песня написана полностью мной, и слова, и музыка написана в эмоциях, и как-то вот так получилось, что эти эмоции достаточно яркие, они сразу вот вылились в песню. Мне кажется, зритель это почувствует, и очень надеюсь, что песню тоже полюбит так, как это получилось. Обязательно. Ваня, ну а теперь самое время представить свой клип нашим зрителям. Ну что ж, друзья, закутывайтесь в пледы, наливайте себе теплый какао, садитесь у экранов и смотрите клип «Не лги». Конечно же, думая о своих любимых людях. И главное, не лгите друг другу. Вы готовы к тестированию на полиграфе? Да. Вы собираетесь отвечать на все вопросы честно? Да. Какую самую большую ложь вы говорили человеку? Лишен остался от тебя, там, где не моя глубина. Нежно баюкала любовь мою, ты мне говоришь.
говорила, справимся. Слов не сдержал и спрятался за антураж, но все же пал в бою. Ночь, в комнате тишина, ты здесь совсем одна, в моем пальто укутана. Не лги, не бросай наши чувства на ветер, дыши так глубоко, как в первый раз. Не лги, пусть закончится этот вечер, где ты снова зажгла любовь для нас. Боль не покидает просто так, знай, что для меня пустяк, но ты из других мелодий соткана соль. Ревности слишком терпкая, вновь убежишь, наверное, а я еще здесь, но неосознанно. Пусть лодка идет ко дну, завтра все отпущу, станем сильнее без этих чувств. Не лги, не бросай наши чувства на ветер, дыши так глубоко, как в первый. Вечер, где ты снова зажгла любовь для нас. Я говорила, что ничего не чувствую. Вы его любите? Нет. Это ложь. Ваня, спасибо тебе за приятную беседу. Спасибо. А вам, друзья, я хочу напомнить, что сегодня в гостях у меня был Иван Дятлов, партнер программы «Фотостудия Фотохаб» на Якуба Колоса 1. Увидимся! Смотри программу «Все свои лайв». Понедельник 22:00, среда 16:00, пятница 9 утра, суббота 19:00. Только на телеканале «Европа плюс ТВ Беларусь». Все свои. С вами Александра Баранова и гороскоп на неделю для всех знаков зодиака с 30 октября по 5 ноября. Овен, на этой неделе работа грозит поглотить большую часть вашего времени. Во вторник и пятницу спонтанные действия обещают принести вам удачу. Среда может оказаться самым тяжелым и каверзным днем недели. Телец, вам понадобятся такие качества, как выдержка и хладнокровие. Они помогут вам не попасть в достаточно неприятную ситуацию на этой неделе. Предстоит масса дел, связанных с вашей карьерой. Вам придется много потрудиться, чтобы выполнить намеченные задачи. Близнецы, сейчас можно смело задумывать нечто грандиозное и не бояться остаться без поддержки. Отличное время для творчества и любви. Вы будете привлекать людей своей активностью и позитивом. Постарайтесь не терять ясность мысли и крепкую деловую хватку. Ваши действия должны быть точны и решительны. Рак, не стремитесь постоянно находиться в первых рядах. Сейчас лучше будет ненадолго отступить в тень. На работе вероятны перемены к лучшему, однако важно, чтобы ваша энергичность не перешла в слепую самоуверенность.
гордость. Лев, важно сосредоточиться на главном, а не суетиться, хватаясь за несколько дел сразу. Рассчитывайте свои силы адекватно и не перенапрягайтесь. Вы будете склонны брать на себя повышенные обязательства, что чревато истощением, как нервным, так и физическим. Девы, на этой неделе попытайтесь четко выяснить, устраивает ли вас та роль, которую вы сейчас исполняете. Если нет, то вы довольно легко можете от нее отказаться. Наступил момент конструктивных изменений, как в карьере, так и в личной жизни. Весы, неделя достаточно нестабильная и напряженная, но не забывайте об интуиции, особенно в понедельник. Она поможет вам почувствовать обман и лесть. Ваши проекты будут востребованы, вокруг вас будет немало интересных людей. Риск на этой неделе просто противопоказан. Скорпион, если ваши партнеры делают шаг навстречу, то вовсе не обязательно искать в этом подвох. Это почти идеальная неделя для того, чтобы хорошо заработать и изменить свою личную жизнь к лучшему. Вы избавитесь от ненужного и получите именно то, что требуется вам для счастья. Стрелец, сейчас благоприятный момент для изменений. Желательно оставить в покое старые проблемы и сконцентрироваться на новых идеях и новых людях, которые появятся в вашей жизни. Стремитесь к самостоятельности в делах и к свободе в творчестве. Козерог, на этой неделе лучше лишний раз с начальством не встречаться. Желательно сначала думать, а потом действовать и говорить. Во вторник будет успешная интеллектуальная деятельность. В четверг возможны определенные разногласия с партнерами. В воскресенье вам понадобится осторожность в словах, чтобы не поссориться с близкими. Водолей, на этой неделе вы можете слишком глубоко погрузиться в дела своего окружения, а для себя будете с трудом выкраивать даже пару минут. Возможно, знакомство с влиятельным человеком, которое положительно скажется на продвижении по карьерной лестнице. Рыбы, фортуна то хмурится, то лукаво заигрывает с вами. На этой неделе предстоит масса интересных встреч, звонков, контактов, как в личной жизни, так и в деловой. В выходные можно совершать самые безумные и рискованные шаги. Главное быть уверенным в своей правоте, никому не мешать и не желать зла. А на сегодня все. С вами была Александра Баранова и гороскоп на неделю. Короче, ньюс. С вами Василиса Воробец и новости со всего мира. Вот так выглядит комната с бассейном, которую сделали в 300-летнем винном погребе. Спальня мечты расположена, конечно же, в Италии. Гигантский белый гриб нашли в башкирском лесу, почти в кило весом. Для России это не рекорд. Еще в 1961 году был обнаружен боровик более чем 10 килограмм, но все же примечательная находка. В Японии рыбаки начали разводить кораллы. Тем самым они решили спасти умирающую экосистему океана. Кораллы сажают так же, как и деревья после лесных пожаров. Теперь океанское дно у Окинавы напоминает аккуратный огород. В США проходит чемпионат по кар-джитсу. Это вид борьбы в салоне автомобиля, придуманный в России мастером джиу-джитсу Викентием Михеевым. Сначала такие соревнования проводили только в России, но с каждым годом кар-джитсу набирает все большую популярность по всему миру. У бойцов есть 2 раунда по 3 минуты, чтобы набрать очки за успешные приемы или заставить соперника сдаться. Ремни и руль при этом использовать не запрещают. В Японии начали выпускать молоко с мангой. На бутылках напечатаны интересные комиксы, и они видны только тогда, когда молоко выпито. Этой хитростью школьников заставляют потреблять больше полезного напитка. Обезьяны на Бали воруют телефоны у туристов, а потом обменивают их на еду. Дикие обезьяны на острове Бали поняли, что украденные у туристов телефоны можно обменивать на еду. Приматы выхватывают гаджеты из рук и ждут, пока им предложат что-то более ценное и вкусное. Просто бизнес, ничего личного. В Зальцбурге в цирке ненадолго отключили свет, и что могло пойти не так? 8 верблюдов решили шанс не упускать и побежали, сверкая пятками, прямо по проезжей части. Бегали недолго. Через 15 минут полиция вернула их обратно. В Барселоне новый тренд. Люди привязывают свои смартфоны к рукам. И, к сожалению, это не дань моде, а мера безопасности. Воровство посреди дня в общественных местах там очень распространено. Жду возвращения шнурков для телефонов на шею. На сегодня это все новости. До встречи на следующей неделе. С вами Александра Даниленко и дайджест новостей кино, где мы собрали анонсы нескольких интересных проектов. В свежем дайджесте несколько трейлеров на самые долгожданные проекты. Адам Драйвер оценивает свои гоночные автомобили, Мария Машкова участвует в космической гонке с США, а Хоакин Феникс становится императором Наполеоном. Энн Хэтэуэй и Томасин Маккензи в первом трейлере фильма «Айлин» Уильяма Олройда. Триллер перенесет в 60-е, когда тюремная секретарша подружилась с психологом в исправительном учреждении для несовершеннолетних. Премьера в кинотеатрах США
1 декабря. Адам Драйвер в новом трейлере «Феррари» Майкла Мана. Энцо Феррари переживает тяжелый период в своей жизни, когда он остается на грани разорения, теряет сына и ругается с женой. В российских кинотеатрах с 21 декабря. Хоакин Феникс в трейлере «Наполеона» Ридли Скотта. Фильм покажет путь Наполеона Бонапарта к императорству и роль его первой супруги в этом. В зарубежном прокате фильм выйдет 22 ноября, а затем на стриминг-сервисе Apple TV+. Вышел трейлер документального мини-сериала «Тома Зимни» о творческой карьере Сильвестра Сталлоне на Netflix 3 ноября. Мария Машкова и Юэль Кинеман в трейлере 4 сезона сериала «Ради всего человечества». В альтернативной версии истории продолжается космическая гонка СССР и США, в которой пока лидируют советы. 10 ноября выйдет на Apple TV+. Фильм Джорджа Клуни «Мальчики в лодке» обзавелся первым трейлером. Американские студенты-гребцы выиграли соревнования на Олимпийских играх 1936 года в Берлине. В зарубежном прокате фильм стартует 25 декабря. Джоди Уитакер, Белла Рамзи и Тамара Лоуренс в трейлере второго сезона сериала «Срок». Беременная девушка попала в тюрьму, где подружилась с другими заключенными. С 29 октября на BBC iPlayer. «Я словно птица Феникс, та, что устала молить, чтобы воскреснуть, нужно испепелить». Мы все знаем хиты Анны Асти, знаем ее как ослепительную поп-диву, но какая она вне сцены? Смотри прямо сейчас на Кион. Концертный фильм Тейлор Свифт за первые выходные проката стал самым кассовым в этом жанре. Лента уже собрала 128 миллионов долларов. Ранее рекорд принадлежал Майклу Джексону. В 2009 году фильм «Майкл Джексон. Вот и все» собрал более 74 миллионов долларов. Поклонники Тейлор подготовились к премьере не хуже, чем к ее живым концертам. В кинозалах после фильма водят хороводы, танцуют и используют фонари во время некоторых песен. Кстати, в честь премьеры Тейлор Свифт попал на обложку New York Times Magazine с соответствующей подписью «В королевстве Тейлор». Вы смотрели информационную программу «Ваше шоу плюс» на телеканале «Европа плюс ТВ Беларусь». Программу подготовили Василиса Воробец, Александра Баранова, Александра Даниленко и Владимир Мухортов. Продюсер программы Андрей Буяльский, партнеры программы «Музыкальная школа Джем» на Герцена 2А, фотостудия «Фотохаб» на Кубоколоса 1.